с определенной регулярностью какие-то свои фотографии. Далее, это могут быть конкурсы с использованием хэштегов. Хороший пример, как это делать, опять же, посмотрите Гинзу. У них сейчас как раз проходят конкурсы, вы можете посмотреть, как это работает. Но гораздо эффективнее использовать Инстаграм пока что в рамках крупных интегрированных и интерактивных кампаний. То есть как отдельный инструмент, все-таки пока что, скорее всего, он у вас не сработает. Поэтому его лучше использовать вкупе с другими социальными сетями. К сожалению, у нас не остается времени на просмотр видео. Кейс Альтер, вы можете найти его на Ютубе и посмотреть. Он называется Ring My Bell. Посмотрите, пожалуйста, это видео. Он прекрасно иллюстрирует то, как работает Инстаграм в рамках крупных интегрированных кампаний. Эта кампания проводилась в Тель-Авиве. Длилась она всего один день, но вот каковы были ее результаты. Суть была в том, что люди подходили к определенной точке, на которой была написана просьба: сфотографируйте свою обувь, выложите фотографию в Инстаграм с определенным хэштегом и ждите сюрприза. Интересно, правда, да? Что же? Какая-то непонятная задача, какой-то непонятный сюрприз, но вообще интересно, что же будет дальше. Итак, люди подходили, становились на коврик, снимали фотографию своей обуви, выкладывали ее тут же в Инстаграм с определенным хэштегом, и что происходило дальше? Хэштег нужно было указать также свой размер обуви. Через несколько минут приносили подарок. Новую пару обуви. То есть в режиме реального времени сотрудники компании постоянно отслеживали то, что появляется в ленте Инстаграма по соответствующему хэштегу. Как только девушка выкладывала фотографию своей обуви, ей тут же приносили новую пару ее размера из последней коллекции бренда. И сколько таких? Вот как раз-таки результат. То есть 457 звонков. То есть в течение дня это количество людей, которые выложили фотографии своих ног, да, своей обуви. Далее. Более 700 тысяч интеракций. То есть более 700 тысяч лайков получила эта акция. И все получили, да, по новой паре обуви, что, естественно, произвело грандиозный вау-эффект. На этом сегодня давайте закончим. Если у вас еще остались какие-то вопросы,